Здравствуйте, друзья, доброе утро. У нас сегодня такой анонс. Мы поговорили вчера со Светланой Каф на предмет прямого эфира и договорились, что это будет суббота, но не договорились, какая пока. Вот Светлана свое расписание там, значит, изучает. Может быть, сегодня мы уже будем знать. Значит, это будет суббота, это будет утро у нас тут, и, соответственно, это будет вечер, значит, у вас там тоже, у вас-то будет суббота вечер, у нас будет суббота утро. Соответственно, мы начинаем прием вопросов. Вот вопросы пишутся в комментариях вот к этому видео, которое мы сейчас с вами записываем. И вопросы нужны для того, чтобы вместе как бы соединить то, что будет приходить в прямом эфире. Значит, прямой эфир будет в Ютубе и в Перископе одновременно. То есть мы будем снимать на два устройства и транслировать, значит, разными путями. А соответственно, те вопросы, которые вы здесь напишете, вот, во-первых, вы можете не участвовать в трансляции, вопросы мы зададим. И я могу сказать, что вот по ходу этих трансляций иногда очень важно иметь там сколько-то вопросов заранее заготовленных, на бумажке отпечатанных, потому что иногда какая-то мелочевка такая идет, и не о чем поговорить таком серьезном. Поэтому мы, значит, объединим то, что будет приходить в режиме реального времени, с тем, что мы заранее заготовим. Я могу также сказать, что среди тех вопросов, которые нам задают, ну, в смысле, мне задают, и на которые я пытаюсь отвечать, частенько проходят такие вопросы, что реально нужен иммиграционный адвокат, потому что я вообще не знаю, чего сказать, ну, просто не знаю, что сказать. И как бы это нужно специальное знание какое-то. Так что мы, значит, пригласим еще раз Светлану, и как бы это только вопрос с тем, чтобы определиться, какая из ближайших суббот. Ну, совершенно очевидно, что не ближайшая, да, не сегодня, там, завтра. У нас пятница сейчас. Поэтому вы это будете смотреть, наверное, уже в субботу. Это не будет вот эта суббота. Это будет либо через неделю, либо, может быть, через две. Может, и через три, я даже не знаю. Но, в общем, да, еще я хочу сказать, что в связи с тем, что вот лотерея прошла, я думаю, что фокус будет такой у нас в этой трансляции. Во-первых, это люди, которые выиграли, и их вопросы. И второй фокус – это люди, которые не выиграли, и у них, как бы, так сказать, обостренный интерес, повышенный интерес к альтернативным каким-то делам. Вот. Я думаю, что вот это будет наш фокус. Хотя, надо сказать, что редко бывают вопросы за пределами того, что я уже охарактеризовал. Но бывают, конечно, бывают там воссоединения семей, там браки и так далее, отказы там в рассмотрении или там отказы в одобрении там того или сего. Так что все вопросы, абсолютно все вопросы, давайте мы обязательно постараемся их задать. Вот, счастливо и до встречи на прямой трансляции. Счастливо!